Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Кировская область в лидерах по торговле на бирже. Кировчане завели 33 тысячи индивидуальных инвестиционных счетов. В этом году, по данным Кировского отделения ЦБ, открыто 6,5 тысяч таких счетов, которые позволяют покупать и продавать различные ценные бумаги. С начала года их количество выросло на 24%. Объем операций по таким счетам достиг почти 39 миллиардов рублей, поэтому показателю Кировская область входит в топ-5 регионов. Напомню, что с октября россияне для совершения сделок со сложными финансовыми инструментами должны сдавать тесты. Предполагается, что это позволит оценить самооценку потенциальных инвесторов, уровень знаний относительно инструментов, которыми они захотят воспользоваться, умение высчитывать суммы налогов и доходов. Программа «Экономика». Молоторожию дают почти 500 миллионов рублей на предотвращение банкротства. Деньги выделяет правительство России из федерального бюджета. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Субсидия составит 463 миллиона рублей. Решение поддержать предприятие было принято еще летом правительственной комиссией по предупреждению банкротства стратегических предприятий. В региональном правительстве заявляют, что субсидия открывает заводу перспективы новых контрактов, возможность погасить долги по налогам и перед контрагентами снять социальную напряженность в Вятско-Полянском районе. Экономика на 101 FM. Социальным предпринимателям могут выдать до 500 тысяч рублей из бюджета. Минпромторг Кировской области объявил конкурс на предоставление грантов. Участвовать в нем могут предприятия из реестра социальных. Таких в регионе более 70. Это те, кто оказывает услуги по дополнительному образованию детей, предоставляют услуги инвалидам, а также те, где в сотрудниках инвалиды – люди пенсионного и предпенсионного возраста. Деньги они смогут направить на аренду и ремонт помещений, покупку оргтехники, оборудования, мебели и оплату коммунальных услуг. Экономика. В завершение о валютах на сегодня. Доллар опустился ниже 72 рублей. Курс на сегодня 71,99. Евро стоит 83,12. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.